Всем привет, ребята, меня зовут Данияр, я летаю на дронах, я очень люблю свою природу. Очень часто я замечаю очень много мусора вокруг, очень много людей оставляют свой мусор. Они как-то сюда приносят напитки и так далее, да, но почему-то людям тяжело это все забрать обратно. Это все некрасиво смотрится, ребята, давайте забирать свой мусор. С друзьями часто выезжаем на природу, и мы стараемся всегда забирать даже чужой мусор, потому что глаза мозолит это все. А представьте, мы свои, да, люди, а приходят иностранцы, они что видят, да? Они видят весь этот мусор. И мне часто бывает, об этом я задумываюсь, мне становится стыдно за это. Потому что мы не ценим. Мы говорим, что мы любим свою природу, но мы не ценим это. Давайте беречь природу, ребята. Любить природу. Вам не тяжело вот это забрать. Но зато у нас красивая природа будет, везде чисто будет. И туристам тоже приятно будет. Туристы часто сюда приезжают, ребята. Ребята, Kyrgyz Friends организовал челлендж по сборке мусора на природе. И я этот челлендж передаю своему другу Чингизу Чингизбаеву.